кажется, что у этой девушки болит горло. Или она очень боится простудиться. Глядя на этот образ, меньше всего думаешь о моде и о трендовом длинном трикотажном платье. Потому что все внимание забрал на себя шарф. И что еще хуже, он визуально съел всю шею. С наступлением холодов так и хочется нырнуть в уютную, комфортную одежду. Вот почему трикотажные платья с нами каждый осенне-зимний период. Ну, конечно, сезон 2020-2021 вносит свои предпочтения в их внешний вид. Трикотажные платья все длиннее и свободнее. Обтягивающий фасон, невыгодный для фигуры, остался в прошлом. На пике моды интересные конструктивные детали. Объемные приподнятые плечи или лишние рукава в роли декора. Это грамотная комплектация для такого платья, потому что велика вероятность выглядеть в нем чересчур женственно и гораздо старше своего возраста. Мы избегаем этого за счет молодежной спортивной стилизации. Для этого мы используем шапку бини, большие геометричные очки и текстильную сумочку. Оригинально используем кашемировый свитер, повязывая его как накидку. И никакой женственной обуви. Лучше брутальные ботинки. Все-таки можно создать удачный романтический образ с длинным трикотажным платьем. Аксессуары должны быть не просто женственные, а ультрамодные. Такие, как лакированный берет и трендовые ботильоны. У них устойчивый каблук, узкий мыс и тиснение под рептилию. Эти характерные детали выводят на новый уровень мягкий домашний трикотаж. Громадный шарф, намотанный клубком на шею, не подчеркивает достоинство платья и делает весь образ грузным и возрастным. Молодежные модные аксессуары и мужские ботинки на шнуровке приглушили излишнюю мягкость и женственность длинного платья. Почему бы не дополнить трикотаж роскошными деталями, лакированным беретом и трендовыми ботильонами? Перед нами не домохозяйка, а модная леди –